Резкие перемены погоды, снег, дождь, метель и шквалистый ветер могут спровоцировать серьезные аварии в сфере энергетики. Суровые погодные реалии в осенне-зимний период предвещают много сюрпризов для коммунальных служб. Чтобы оперативно и слаженно справляться с проблемами, электросетевые компании прошли совместные учения в экстремальных условиях. В сегодняшних учениях задействованы крупнейшие электросетевые компании Ульяновской области. Это Ульяновские распредсети МРСК «Волги», средневолжское предприятие ФСК ЕС, Ульяновская сетевая компания, УльГЭС, а также ООО «Энергомодуль». Эти организации являются крупнейшими в электросетевом комплексе Ульяновской области. Главная цель мероприятия – эффективно справиться с нештатными ситуациями и устранить аварии в кратчайшие сроки. Учения развернулись на двух площадках – в селах Луговом и Скугареевке. Энергетикам предстояло отремонтировать оборванные провода, экстренно установить опоры. Задачу им усложняли сильный ветер и моросящий дождь. По сценарию, значит, у нас из-за неблагоприятных погодных условий, значит, знака переменных температур, образование произошло гололед на проводах, на узковольтных линиях 35-110 кВт, что в свою очередь привело к падению трех высоковольтных опор с повреждением проводов. Всего в совместных учениях участвовали свыше 200 сотрудников, 30 бригад и 53 единиц спецтехники. В результате условные аварии были успешно устранены, а электроснабжение потребителей полностью восстановлено. Специалисты энергетики показали высокий уровень подготовки и ответственный подход к своему делу. Виктория Шикова, Константин Никитин. Новости Ульяновской правды.